Как тебя зовут? Та-та-та-та. Владивосток. Красавчик. Я знаю, что ты жил в Корее некоторое время. Да, пару лет. И первое слово, которое ты узнал, было «имак», что обозначает «музыка». Парень делает очень актуальную музыку, на мой взгляд. Она, к сожалению, для нашей страны, может, не так актуальна, но как бы как хип-хоп, она мне очень нравится. Ирена, Санкт-Петербург. Ирена родилась в год «Тигра». Представляю сейчас, кто у меня соперник окажется. Может, это окажется человек, который, не знаю, мой друг, допустим. Ну, будет борьба. Я никому ничего не уступать не собираюсь. Не, у нас все нормально. У нас, на самом деле, сегодня такой семейный биф получился, потому что мое сердце принадлежит этой девушке. Мое. Oh. Этому молодому человеку. Я не уверен, что все происходящее на этой сцене нужно было выносить молчанку. That's what's savvy. Победит любовь. Но посмотрим, кто будет сильнейшим. Первый, я думаю, будет бес. Арена, я тебя люблю, так что никаких бифов, man. Эй, V-Style в твоем доме прямо сейчас. И здесь я... Ты не ошибся, если ты видишь это. На экране эксклюзивные уроки рэпа. На экране бес, на экране шоу. V-Style на экране, делай доу. Эй, Син, я думал, они не поняли, о чем я, поэтому повторим эту фразу еще раз, ман. V-Style, мы сделали это снова. В твоем экране, где я чувствую себя как в кино. V-Style, мы сделали это снова. В твоем экране, я чувствую себя как дома. Ты знаешь, мы с Востока, мы дорожим миром. Война — это ошибка, как Влада или Нива. Давай сыграем, чтобы о нас заговорили. Я буду для тебя медведем, ты будешь Саакашвили. Ха, на самом деле не стой, друг. В этой игре ты еще Децл, а я уже Литрюк. Так пусть начнется шоу, ведь оно must go on. Взрывая микрофон, попадая в твой дом. Брат! Мы сделали это снова. Эй, Виста, тут в твоем доме, Марк. Спасибо всем. Спасибо всем! Спасибо всем! Воу, это Влади, было Влади, жарко! What's up? Настоящий южный став от беса! Муз ТВ, Деф Джой! Знаешь, кто номер один? Number one! Если это женский рэп, то я ем женский хлеб. Кладу на женскую тарелку пару женских котлет. Беру женскую вилку, наливаю женский чай. Мы не умеем читать, парень, не обобщай. Я видела много, а много выступала. Читала, прокачивала, как лоурайдер импала. Сколько бы я ни выходила, им было мама. Секси мама, Рена, а не Риана. Но знаешь, кто номер один? Number one, RGNA. Number one, девочки, бросьте, нас не так много. Мериться силами, это не наша забота. Я была первая, объединив этот хип-хоп. Female рэп, рэп из-под каблуков. Ты знаешь, кто номер один? Number one. Ага. Оу, shit. Оу, shit. А, yeah. Мы батлимся целыми днями с утра до вечера, но она всегда побеждает. Лучший из лучших, как всегда. Нам очень хочется, чтобы до конца битвы за респект среди участников была хоть одна девушка. К сожалению, Мэда не прошла, но у нас есть Рена. Поэтому мы пытались максимально лояльно оценивать Рену. Наша объективность, тем не менее, не позволяет... не позволяет оппонента Рены, а также ее любимого человека, занизить ему баллы. Бес получает 33, Рена 32, но, возможно, Рена еще в результате, в сумме баллов, пройдет дальше. Я увидел на сцене любовь и хочу поддержать это прекрасное чувство вообще. И поэтому поставлю по 40 баллов Бесу и Рене. И они еще очень круто выглядели, то есть супер. Рена, ты супер. Мы рады, что все очки идут в семью. Женский чай. Сегодня все пьют
короче. Рена 168 без 165. Мы поздравляем Рену! Soy un pobre coral. Мы выступали друг против друга. Рена против Беса. Это была схватка двух тяжеловесов. Двух тигров, да. Мне все понравилось, вообще все было позитивно. Мой малыш выиграл. Мой малыш тоже выиграл. Все идет, как должно идти. Всем мир.